В Славянском районе по нацпроекту «Экология» продолжают рекультивацию полигона. Значительная часть работ уже выполнена. По федеральному проекту «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» в крае проводится рекультивация несанкционированных свалок. В рекультивации сейчас находятся три объекта общей площадью более 26 гектаров – в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянске на Кубани. Сейчас завершается подготовительный этап – планировка и уплотнение свалки, укладка геотекстиля, газодренажного слоя из песчано-гравийной смеси. 28 марта был заключен контракт между администрацией Славянского района и организации ООО «Скайтех». Работы ведутся полным ходом с 28 марта. К настоящему времени выполнены подготовительные работы, выполнены работы по устройству наблюдательных скважин, в завершающей стадии работы по формированию тела полигона. Идет завоз материалов инертных для устройства защитного экрана. Завезены материалы для устройства скважин дегазации. Ну, предстоит еще много работы. Экран состоит из трех частей. Необходимо будет выполнить биологический этап рекультивации, который включает в себя отсыпку слоя из чернозема, посев трав многолетних. Все работы выполняются в соответствии с графиком и держатся на особом контроле главы муниципалитета и Министерства теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Весь комплекс мероприятий планируется завершить в 2024 году. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».